Эндшпили этого типа часто встречаются в практической игре. Недавно в партии молодого австрийского мастера Элиткозеса возникло следующее положение. Силы сторон равны, и если бы был ход черных, они посредством хода пешки на b5 достигли бы весьма удовлетворительного положения, выровняв свои пешки ферзевого фланга. Однако в этом положении ход белых, и они, в соответствии с изложенными выше принципами, сыграли пешкой a2, a4, задерживая отставшую пешку b черных. Интересно отметить, что этот маневр близок к описанному в предыдущем примере. Дело в том, что белые могут предупредить или остановить продвижение черных пешек на ферзевом фланге, тогда как черным впоследствии не удается предупредить аналогичное наступление белых пешек на королевском фланге. Победа достается тому из играющих, который располагает большей свободой на том участке доски, где его силы превосходят силы противника. Вернемся к нашему примеру. Черный король делает ход в сторону своих пешек. Белый также сделал шаг в этом направлении. Черные пешки на ферзевом фланге встали в линию. Белые могут выиграть, продолжая таким образом. Белая пешка бьет соперницу на поле b5, а затем, делая ход королем на поле c3, или же предварительно сыграв королем на поле c3. Мы рекомендуем ученику самому найти эти варианты. При этом ему следует помнить о том, что если черные рано или поздно сыграют g6, g5, белые могут ответить на это ходом g2, g4. Самый простой путь к выигрышу состоит в том, что белые продвигают свою пешку f2 на f3, а затем играют e3, e4. Черным для завоевания проходной пешки белых придется увести своего короля с ферзевого фланга, и тогда белые выиграют обе пешки черных на ферзевом фланге. Однако, остановившись на этих советах, вернемся все-таки к той позиции, которая предлагается вам для самостоятельной проработки. Итак, найдите варианты победы белых. А теперь мы рассмотрим такой вариант развития партии. Допустим, что вместо первого ответного хода черных королем на c6 они избрали другой, пешкой на c4. Тогда последовало бы. Пешка белых бьет эту пешку, черный король вплотную приближается к ней, а белый король может ее защитить и встает на поле d3. Тогда черный угрожает другой пешке белых на ферзевом фланге. Белые даже не пытаются ее защищать и делают ход пешкой на поле f3. Черный король, как и ожидалось, бьет пешку на поле a4. Белый король сделал ход на c3. Этот ход мешает черному королю сразу освободить дорогу для движения проходной пешки а. Тогда черные ходят пешкой на поле b6. Белый выдвигает свою пешку на поле e4, а черные продвигают свою пешку еще на одно поле и угрожают белому королю. Белый король делает ход на поле b2, а черная пешка вплотную придвигается к нему. Она находится под защитой своего короля. В это время белая пешка e вступает на пятую горизонталь, и черные уже никак не могут помешать этой пешке пройти в ферзи. Как мы уже сказали, подобные окончания встречаются довольно часто. Рассмотрим еще один пример, когда у противников в эндшпиле осталось одинаковое количество пешек, а именно по 3. В этом положении белые могут достигнуть ничьей, сыграв пешкой на b4, в соответствии с высказанным выше правилом, что продвигать следует пешку, против которой нет неприятельской. Но допустим, что белые не знали этого правила или не уяснили себе важности его приложения к данной позиции,
и сыграли крайней пешкой на А4. Тогда черные могут выиграть, руководствуясь одним из важнейших принципов шахматной стратегии – удерживанием одной фигурой двух неприятельских. Именно посредством хода пешкой на А5. В данном случае одна пешка черных удерживает две белых. Рассмотрим главный вариант возможного продолжения. Белый король делает ход на поле g2. С этой позиции ему удобнее защищать пешку h. Черный король идет на поле f4. Дальше на ферзевом фланге начинается борьба пешек за первенство в достижении крайней горизонтали. Белые делают ход на b4, и черные вынужденно бьют эту пешку. Теперь обе эти пешки начинают путь, каждая к своему полю превращения. Естественно, что черные раньше на один ход проводят свою пешку в ферзи. Из поля e4 объявляют шах белому королю. В ответ новоявленный белый ферзь бьет черного противника и угрожает черному королю. Он в состоянии защитить себя сам и наносит удар белому ферзю. Теперь получилась позиция, выигрышная для черных и представляющая собой один из классических примеров пешечных эндшпилей. Постараемся объяснить основную идею, которой надлежит руководствоваться при разыгрывании подобных окончаний. Лучший способ защиты для белых заключается в том, чтобы держать свою пешку на месте, то есть на поле h2. Как только белая пешка продвинется, выигрыш для черных станет легче. Что же касается плана черных, то он, если предположить, что белые не двигают пешки, распадается на три части. Первая часть заключается в том, чтобы провести своего короля на h3, оставляя при этом расположение своих пешек неприкосновенным. Последнее важно потому, что для решительных действий черным понадобится выбор между продвижением своей пешки g на одно или на два поля, в зависимости от положения белого короля. Итак, белый король делает ход на поле g3, а черный в рамках реализации первой части плана делает ход на поле e3. Белый возвращается на оставленное место. Ему важно все время быть рядом с пешкой. Черный король в обход опасных полей двинулся в направлении вертикали h. Белый король отступил на шаг от пешки. Черный еще ближе встал к вертикали h. Белый вернулся на свое место рядом с пешкой, а черный уже стоит напротив нее. И уже независимо от хода белых, черный король вступает на поле h3. Первая часть плана черных выполнена. Вторая часть плана короткая и состоит в приближении пешки h к своему королю. Белый король держится около своей пешки, а черная пешка h становится рядом со своим королем на поле h4. Этим заканчивается вторая часть. Третья часть плана заключается в том, что черные надвигают свою пешку g, но с таким расчетом, чтобы сыграть ход g4, g3 в тот момент, когда белый король стоит на поле h1. Теперь видно, насколько важно было сохранить для пешки g возможность пойти на одно или два поля, в зависимости от положения белого короля. В данном случае, поскольку ход белых, пешка должна быть продвинута на два поля. Если же был бы ход черных, то пешкой нужно было бы пойти на одно поле. Итак, белые делают ход на поле h1, а черные, как мы выяснили,
должны пойти на поле G5. Дальше король белых ходит между полями G1 и H1, а черная пешка благополучно доходит до поля G3. Если теперь белый король опять сделает ход на поле G1, то черная пешка встанет на поле G2, после чего белый король будет вынужден уступить ей поле превращения и, кроме того, оставить свою пешку без защиты. Плохой вариант. Давайте попробуем иначе. Вернем короля и пешку на место. Белая пешка бьет соперницу на поле G3. В ответ ее саму бьет черная пешка H. Теперь у белого короля есть единственный ход на поле G1, а черная пешка встает на поле G2. Как мы уже видели не так давно, белый король в такой ситуации вынужден уйти на поле F2. Других ходов у него нет. А черная пешка, находясь под защитой своего короля, вступает на поле превращения и становится ферзем. И черные выигрывают. Таким аналитическим путем и следует изучать игру. Вдумываясь в каждую позицию, вы приучаетесь логически мыслить. Этот пример представляет собой прекрасное упражнение, так как разделяется на три логические части, и идею каждой из них нетрудно усвоить.